Здравствуйте! В эфире новости нашего города. В студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. Нашли виновного в страшной аварии, в которой погибли сотрудники СБК, обвиняют водителя КАМАЗа. Сказано, сделано возле 13-й школы, появился каток. Такой подарок детворе сделали педагоги. У кого нет клюшек, те играют ногами. С клюшками будьте внимательны, не бейте по ногам, особенно девочек. Давайте посмеемся вместе. Новости нашего города объявляют фотоконкурс к 1 апреля. В страшной аварии, унесшей жизни сотрудников сервисной буровой компании, обвиняют водителя КАМАЗа. Такую предварительную версию опубликовало сегодня Ямальское управление ГИБДД. Согласно ей, вчера на 709-м километре трассы Салехард-Сургут водитель КАМАЗа пошел на обгон, не убедившись в безопасности своего маневра. Только выехав на полосу встречного движения, он заметил внедорожник, но было уже поздно. Произошло лобовое столкновение. 4 пассажира «Тойоты» погибли на месте происшествия, а водитель КАМАЗа был госпитализирован. Напомню, все 4 погибших – сотрудники общества «Сервисная буровая компания». Оговорила мужчин, пытаясь оправдать своих знакомых. Напомню, в выходные жительница Ноябрьска обратилась в полицию с заявлением о попытке сексуального насилия. Правда, как выяснили полицейские, на честь дамы, оказывается, никто не покушался. Напротив, мужчины, которых обвинили в столь серьезном преступлении, сами стали жертвами. Друзья дамы-заявительницы их избили и отобрали крупную сумму денег. В ходе проверочных мероприятий следователям были получены неопровержимые доказательства того, что потерпевшая заявила о происшествии, которого на самом деле не было. В дальнейшем при проведении с ней проверочных мероприятий она действительно призналась, что оговорила мужчин. Теперь уже в отношении девушки следственным комитетом по городу Ноябрьск проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана юридическая оценка ее действиям по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. 2 года условно получил житель Ноябрьска, которого признали виновным в гибели мотоциклиста. Напомню, трагедия произошла 22 сентября прошлого года на улице Цоя. Водитель автомобиля «Субару», выезжая со двора, не уступил дорогу мотоциклисту, который имел преимущество. От столкновения 32-летний мотоциклист погиб на месте. Как пояснил водитель иномарки, к слову, он был абсолютно трезв, мотоцикл он просто не заметил. В ходе следствия он полностью признал свою вину. По данному делу Ноябрьским городским судом было вынесено решение лишить водителя «Субару» права управления транспортным средством на 2 года и приговорить к 3 годам лишения свободы. Но, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, реальное наказание суд счел возможным изменить на 2 года условно. Спасательная операция на Оби прекращена. Водолазам удалось найти тело только одного погибшего. Напомню, в понедельник, 11 марта, один из спасателей извлек из кабины затонувшего грузовика тело водителя Рамиля Галеева, которое было обнаружено во время пробного спуска 7 марта. При этом специалисты выяснили, что кабина наклонена вперед и деформирована. Люк, расположенный в крыше кабины, открыт, лобовое стекло выбито. Водолазы несколько раз детально обследовали кабину автомобиля дно реки под ним и в радиусе 3-4 метров вокруг него. Однако тело второго погибшего Сергея Тымкив обнаружить так и не удалось. Было принято решение об окончании поисковых работ. В жилом доме по улице Магистральная едва не сгорела квартира. Сообщение о ЧП поступило на центральный пункт пожарной связи вчера в 11:37. Уже через 4 минуты огнеборцы были на месте вызова, но их помощь не потребовалась. Жительницы своими силами справились с огнем до приезда пожарных. К счастью, в числе пострадавших оказались только кухонный гарнитур и бытовая техника. Причина и ущерб пожара устанавливаются. Реализация партийного проекта «Единая Россия. Народный контроль» сегодня стала главной темой видеосовещания под руководством замгубернатора Ямала Владимира Владимирова. Последние 2 месяца во всех городах округа контролеры активно набирали материалы. Вот сегодня подвели итоги и расставили акценты в своей работе. Главный куратор проекта, депутат окружного заксобрания Людмила Иванова, подчеркнула, что в основе деятельности контролеров лежат законы о защите прав потребителей и об основах госрегулирования.
регулирования торговой деятельности. И что при проверке особое внимание контролерам надо обращать на сроки годности товара, информацию на ценниках. Кроме того, она призвала фиксировать нарушения на фото и видеокамеры для того, чтобы потом фактический материал передать в Роспотребнадзор и далее в судебные инстанции. Депутат подчеркнула, что запреты предпринимателей на фото и видеосъемку в магазинах неправомерны и что в течение 10 дней народный контроль должен проверить, как исправили нарушения нерадивые предприниматели. Добавлю, в ноябрьске в 2013 году народный контроль провел уже 7 рейдов, проверил 26 торговых объектов, и у 8 предпринимателей были выявлены нарушения. К сожалению, ряд постановлений 2019 ограничили органы госвласти в сроках, количестве проверок. Я говорю «к сожалению», потому что недобросовестные наши партнеры, предприниматели пользуются этим. Ограничения по началу входа на новое предприятие трехлетние, ограничения не более 1-3 года проведения проверок, они немножко нас начинают, скажем так, принимать другие меры. На Ямале, как и по всей стране, за 3 года должны быть проведены плановые медицинские осмотры всего взрослого населения. Сегодня в городах округа началась диспансеризация. Для разных возрастных категорий определен конкретный перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур. Все они будут проводиться бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Обследования смогут пройти как работающие граждане, так и пенсионеры. Диспансеризация будет проходить в 2 этапа. Первый предполагает проведение общей оценки состояния здоровья, где пациент будет проходить тестирование на содержание холестерина и сахара в крови, электрокардиографию и флюорографию. Для женщин в возрасте 39 лет и старше обязательно к прохождению маммография. Ямал не получит денег на высокотехнологичную медицинскую помощь гражданам. Глава правительства Дмитрий Медведев накануне утвердил список регионов, куда будет направлена денежная субсидия. Из регионов Уральского федерального округа самую крупную субсидию получит Югра – чуть больше 400 миллионов рублей. Почти половину достанется Тюменской и Челябинской областям – 199 и 195 миллионов соответственно. Значительно меньше получит Свердловская область – 64 миллиона рублей. Помимо Ямала, в перечень обделенных регионов также попала Курганская область. Чтобы покататься на коньках, теперь жителям 7-го микрорайона не надо ездить в другие районы города. Теперь у них есть ледовая площадка. Она расположена у 13-й школы. Кстати, появился каток там благодаря усилиям сотрудников образовательного учреждения. Все подробности у Ольги Поповой. У кого нет клюшек, те играют ногами. С клюшками будьте внимательны, не бейте по ногам, особенно девочек. Было бы здорово, если бы в нашем 7-м микрорайоне был каток. Такое пожелание во время школьной конференции руководство 13-й школы озвучил один из учеников. Случилось это в октябре, а уже в ноябре заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Алешина подготовила проект «Живой лед» или строительство ледового городка в 7-м микрорайоне, а в декабре отправила его на конкурс. Собрала помощниц старшеклассниц, 3 девочек, и мы набросали проект «Ледовый каток». В итоге родилось название «Живой лед» или «Строительство ледового катка в 7-м микрорайоне». И представили на окружной конкурс проектов молодежных объединений, где этот проект был подхвачен, был признан лучшим, получил гран-при и 70 тысяч рублей. 70 тысяч рублей – хорошее подспорье, но впоследствии оказалось, выбрать место для катка, утвердить его. К слову, это спортивный мини-стадион у школы. Залить и поддерживать лед в нормальном состоянии совсем непросто. Наш город полон замечательных, добрых людей, которые отзывчивые, которые действительно не просят плату за свой труд, а просто хотят, чтобы нашим детям было хорошо и комфортно в городе. Один из таких – это дядя Коля, как зовут его дети, на самом деле это Николай Вячеславович Симко, пожарный, который вот уже 8 или 9 раз, мы уже даже счета нет, залили каток. Стали оказывать помощь городские предприятия. Подключились к общему делу родители учеников и, конечно, сами дети. К примеру, раз в 3 дня парни-старшеклассники чистят каток от снега. Заставлять никого не приходится, говорит Елена Алешина. Ведь для себя стараются. Убираем, потом спокойно катаемся. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Каток, конечно, нужен был. Но очень далеко было ходить. На 9-ю школу, на 7-ю.
пока туда дойдем, сразу замерзаем и сразу хочется погреться. А здесь дом близко, можно дойти, покататься, обратно сходить домой, покушать, согреться и обратно пойти кататься. Хоккей тоже, ну, люблю играть здесь, кататься здесь. Лед очень хороший. Играю с пацанами, с друзьями, со всеми. Я с детства хожу на фигурное катание. Мне очень нравится кататься на коньках. Оно интересно, полезно для детей. Приходим в выходные дни и приходим, бывает, после школы, когда 4 урока, много не задают, то катаемся на коньках все. Как упустить случай не взять с собой коньки, когда едешь на каток? Вот и я не смогла. Сейчас день, и на льду детей не так много, а вот выходные и праздничные дни людей хоть отбавляй. Ведь теперь тем жителям 7-го микрорайона, которые хотят активно, с пользой для здоровья, да еще и на свежем воздухе провести свой досуг, не надо ехать в другой конец города. Идут на каток и взрослые, и даже совсем маленькие жители микрорайона. Ирина Мельникова говорит, внук Владик любит смотреть, как мальчишки играют в хоккей. Да и сам уже пытается забить шайбу в ворота. И не важно, что без клюшки. Каждый раз ходим на каток, сюда смотрим, ребята играют, они забивают гол, ему нравится, он говорит всегда гол, приходит домой и рассказывает. Кстати, уже в пятницу в 5 часов вечера на этом льду пройдут первые серьезные состязания. Клюшки скрестят сборная 13-й школы и команда 10-классников. Это уверен тренер, а в рабочее время учитель по физкультуре Василий Ращупкин, да и сами парни, только первая игра. И надеются, что и следующей зимой катку в 7-м микрорайоне снова быть. Потом мы собираемся сыграть товарищескую игру с православной гимназией. Там у них есть форма, коробка, все есть. А мы только начинаем. Ну, мы, конечно, их обыграем. Но там батюшка играет, он здорово играет. Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города. До свидания! Далее в выпуске блок спортивных новостей. Вчера в рамках чемпионата России по мини-футболу среди любительских коллективов ноябрьская дружина «Газпромнефть» принимала дубль новоуренгойского «Ямала». Соперник является аутсайдером турнира, и поэтому основной вопрос заключался в том, смогут ли хозяева должным образом настроиться на игру. Команда настроилась, мы понимаем, что мы не должны терять очки. Вы же видели, как Мордовия Санжи сыграла. Казалось бы, все, а 0-2. Поэтому очки нельзя терять. У нас главная цель – стать первыми и поиграть в финале, в финальных играх всей России. Впрочем, сама встреча началась достаточно неожиданно. Первая же атака новоуренгойцев завершилась взятием ворот. 0-1. Но интрига в матче продержалась недолго, каких-то 2 минуты, после чего «Газпромнефть» начала штамповать голы, словно хорошо отлаженная машина. И мячи в сетку ворот гостей посыпались, как переспелые груши с осеннего дерева. К слову сказать, 5 мячей по итогам встречи записал на свой счет нападающий Дмитрий Большаков, который на сегодня возглавляет список бомбардиров нашей подгруппы. Во втором тайме «Газпромнефть» вот уже который раз поменяла вратаря, и Роман Назаренко неплохо вкатился в игру. А ноябрьцы уверенно довели матч до разгромной победы 11-2. Вообще волнение есть, мандраж сам перед игрой, потому что тоже в первом году, первый год играем с нашими старшими. Волнение есть, но ничего, справляемся, получается. В игре, да, подсказывают тоже, что как делать, куда пас отдать, куда переместиться. После этой встречи «Газпромнефть» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу зоны «Западная Сибирь». И сейчас ноябрьская дружина – претендент номер один на золотые медали турнира. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города. Хоккеисты омского «Авангарда», проиграв сухую и третий матч подряд серии плей-офф Кубка Гагарина, попали в очень сложную ситуацию. В Челябинске болельщики сибиряков очень надеялись, что команда наконец-то заиграет, но уж слишком хорош был трактор, который, похоже, вышел на пик своей формы. Вот и во вчерашнем матче первый же бросок уральцев с дальней дистанции получился изумительно красивым и одновременно не берущимся – 1-0. Что удивительно, даже пропустив, «Авангард» не прибавил в движении, и в первом, и во втором периодах ястребы выглядели слишком обреченными. У игроков не проходил даже рядовой пас. А трактор, наоборот, играл раскованно. Дважды гостей спасала рамка ворот, неоднократно выручала мячи и голкипер Кари Рама. А вот на третий период мячи, видимо, после соответствующей беседы в раздевалке, выскочили словно ошпаренные и должны были забивать. Но не забили. А вот уральцы сумели выжить из своих малочисленных моментов максимум и к 46-й минуте встречи повели уже со счетом 3-0. Это был уже вердикт, вернее даже приговор. Игра так и закончилась, и теперь «Авангард» проигрывает в серии с точно таким же счетом – 0-3. Сегодня для «Авангарда» наступает своеобразный момент истины. Еще одно поражение отправит омский клуб на досрочные каникулы.
«Открытые письма из прошлого» – так называется выставка, которая в эти дни работает в музейном ресурсном центре. Открытка, как непременный атрибут праздника, появилась в конце 19 века. Причем изначально открытое письмо было размером с визитку, но со временем его внешний вид и предназначение неоднократно менялись. На выставке в музее представлена обширная фондовая коллекция открыток. В интерактивной зоне маленькие посетители выставки смогут попробовать написать письмо чернилами и настоящим гусиным пером, а также поставить почтовый штамп или сложить настоящее военное письмо-треугольник. Кстати, отправляясь в музей, захватите фотоаппарат. В воссозданном интерьере фотоателье 19 века каждый посетитель сможет сделать снимок в ретро-стиле. Выставка продлится до 30 апреля. Цель выставки – предоставить возможность горожанам взглянуть на открытку не только как на красивое изображение, а как на источник, доносящий до нас события, которые происходили в прошлом. Выставка представлена 5 тематическими разделами. Это открытые письма, поздравительные открытки, фотооткрытки, открытки военного времени и детские открытки. Масленичная неделя продолжается. Согласно народным приметам, сегодня, в среду, тещи приглашают на блины зятьев с женами. А завтра, в широкий четверг, по традиции, проходят самые людные санные катания. Кстати, 14 марта в 7 часов вечера в музейном ресурсном центре состоятся масленичные посиделки. Организаторы мероприятия обещают, что интересно будет и взрослым, и детям. Взрослые посетители смогут изготовить домашний оберег, домашняя масленица. Также познакомиться с традициями празднования великого на Руси праздника масленица. Узнают, что такое масленичный календарь, в какой день совершались какие обряды и обычаи. А младшим посетителям можно будет поиграть в русские народные игры «Сундучок игротека». Не за горами 1 апреля – день смеха и веселья. Новости нашего города объявляют фотоконкурс, который так и называется – «Фотосмайл». Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 31 марта включительно разместить в альбоме нашей официальной группы в «Одноклассниках» авторское фото. На снимках должен быть запечатлен любой курьез из жизни Ноябрьска. Это могут быть вывески с ошибками, нелепые рекламные объявления или просто смешные снимки горожан, а также фотокурьезы на тему строительства, ремонта дорог или ЖКХ. Победителя конкурса определите вы сами, участники группы в «Одноклассниках». Автор работы, набравший наибольшее количество оценок, получит специальный приз от издательского дома «Благовест». Подробнее об условиях конкурса читайте в нашей группе на сайте «Одноклассники». Присоединяйтесь к нам и будьте активны. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. Марта в Салехарде преимущественно без осадков. Ветер северный, температура минус 20 градусов. В Муравленко переменная облачность. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Температура 22 градуса мороза. В Ноябрьске без осадков. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Температура 20 градусов ниже 0.